С нами в эфире игрок команды Академии Рамзан Артем Яровой. Артем, скажите, как оцените сегодняшнюю игру? Ну, считаю, что неплохо сыграли, но нужно было побеждать. Моменты были, могли забивать. Можно ли назвать ничью закономерным итогом? Справедливым? Да, я думаю. Сочи хороший соперник, хорошо отыграли. Думаю, да. Спасибо. Все. В эфире помощник главного тренера команды Академии Рамзан Арбис Альхов. Арбис, скажите, как оцениваете сегодняшнюю игру? Ну, неплохая игра. Вот в первую очередь хочется поблагодарить соперника за прием, за все условия, которые нам создали. Отличная команда, боевая команда, футбол играют, и другим дают, и сами играют. Вот. Отличная игра с обеих сторон. Можно сказать, что ничья сегодня справедлива? Абсолютно. Что мы могли забить, что они. Вот где-то мы не забили, где-то они. Ну, закономерно получается. Спасибо. Спасибо вам тоже. До свидания. В эфире игрок команды Академии Сочи Георгий Тадавасян. Георгий, как оцените сегодняшнюю игру? Ну, игра прошла довольно неплохо. Все парни выложились на 100. Могли забивать, выигрывать. Хорошо играли сегодня. Ничья справедлива? Ничья, ну, считаю, нет. Просто все пацаны выложились по полной. Просто чуть не хватило реализации впереди. Было много моментов. Как оцените игру соперника? Игру соперника хорошо. Отлично. Ну, пойдет. Спасибо. С нами в эфире главный тренер команды Академии Сочи Георгий Микадзе. Георгий, как оцените сегодняшнюю игру? Ох, еще раз говорю, сложно оценивать, когда только эмоции еще не спали. Хорошая боевая игра. Желание обоих команд было выиграть. Но, видите, к сожалению, при такой игре создали и мы, и соперник создали моменты, но голов не было. Можно ли сказать, что кто-то заслуживал победы больше? Ну, заслуживать сложно говорить. Все хотят победить. Вопрос, кто забивает, наверное, тот и выигрывает. Сегодня было, говорю, у нас ряд хороших моментов, да, не реализовали. И у соперника было несколько хороших моментов, где они могли забить. Спасибо.